В Самаре продолжается строительство новой станции метро «Театральная». После завершения первой ветки самарского метро подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. С вводом в эксплуатацию станции «Театральная» интервал движения электропоездов сократится до 7-8 минут. По расчетам экспертов, пассажиропоток в метрополитене вырастет минимум на 15%. Новая станция позволит горожанам без пробок с комфортом добираться с окраин до центра Самары и обратно и чаще посещать театры, музеи и другие социокультурные площадки. Все работы остаются под пристальным контролем и со стороны областного ведомства, и со стороны администрации Самары. Метро – это очень удобный вид общественного транспорта. Это бы и разгрузило бы дороги в городе, внутри города было бы меньше пробок. И людям было бы удобнее и быстрее бы добираться на работу.